Мини-отель «Гестхаус Елена» – это новый объект размещения, расположенный в живописном районе города-курорта Геленджик, в 7 минутах ходьбы от набережной Геленджика. Наш отель расположен в тихом месте. Гости, которые любят спокойный и тихий отдых по достоинству, оценят наш отель. Ждем вас! Одним из самых популярных курортов Черноморского побережья остается Геленджик. Краснодарский край, в котором расположен город-курорт, отличается приятной погодой на протяжении всего лета, продолжительным купальным сезоном, развитой туристической сферой. При желании отдохнуть в Геленджике, можно каждый день открывать для себя новые интересные места. Главной причиной, по которой многие выбирают для отдыха Геленджик, является море. Побережье курорта растянулось на десятки километров. Есть как дикие скалистые пляжи, так и многолюдные пляжи с галечным или песчаным дном. Практически на каждом из них, за исключением совсем безлюдных, можно перекусить, купить сувениры, посетить водные аттракционы, парасейлинг, дайвинг, катание на банане, таблетки, катере и яхте.